Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет. В сегодняшнем видео вы увидите распаковку фотоаппарата Canon EOS 650D, китовский набор с оптикой 18-135. За фотокамерой, она же видеокамерой Мария, распаковывает Дмитрий, ассистирует у нас Дарина, создавая атмосферу праздника. Так, куплен он в России за смешные 33 с копейками. Цена для него очень хорошая, так как он в Штатах стоит примерно столько же, а может даже дороже, именно с таким объективом. Объектив 18-135 удобен тем, что он универсален для практически всех случаев в жизни. Не надо менять и таскать с собой кучу разных объективов. Приступим. В комплекте инструкция, мануал на русском языке, диск с дровами для Windows. Собственно говоря, само боди, тело фотоаппарата. Далее провод микро-USB, мини-USB, заряд, сетевой шнур, ремешок на крепкое плечо фотографа, зарядное устройство, аккумулятор и, собственно говоря, сам объектив. Аккуратненько завернутый в пакетик. Еще раз повторюсь, цена для России вполне адекватная. Сам аппарат очень удобен. Более подробно про него можете почитать на всевозможных ресурсах. Рассказывать мы это не будем. Комплект неплохой, все, что нужно для съемки, в нем уже есть. Единственное, что советовал, купить дополнительный аккумулятор, зарядное устройство и автомобильное зарядное устройство. Удачных снимков, всего хорошего.